комплекс ГТО «Готов к труду и обороне» сегодня сдавали самые юные сочинцы, ученики вторых классов. Как отмечают учителя физкультуры, именно в начальной школе дети особо активны и с удовольствием проверяют свои силы в спортивных состязаниях. Для второклашек это попадание мячом в цель, отжимания и прыжки в длину. Особенно у нас популярны ГТО в начальных классах. Все дети первых-четвертых классов сдают нормы ГТО очень активно. Ну, мы надеемся, что и старшеклассники тоже выполнят нормативы. Всего же во второй школе нормы ГТО уже сдали десятки школьников. 100 из них получили заветные золотые и серебряные значки. Сегодняшний спортивный праздник посвятили проводимому в крае месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В этом году он проходит под девизом «Овеяна славой родная Кубань». В Краснодарском крае он проводится уже 11-й год подряд.